Так, давай на обложку что-нибудь. Ставь это в начало. Так, ну что, друзья, всех рад приветствовать. С вами я, Пандос FX, учащийся... И Геннадий залетел в гости. Да, залетел в гости. А для чего залетел в гости? Это новая команда будущих звезд. Какие нонеймы, какие нонеймы. Вы посмотрите, кто все эти люди. Но при этом есть классные кумиры. Там Бекхэм, Зика, Пуёль. Наконец-таки играбельны. Вот как раз именно Пуёля. Обидно, что у него не было. Кстати, пользуясь случаем, хочу порекомендовать подписаться на одного очень перспективного, худеющего постоянно это молодого кто? Человека. Это про кого? Он, кстати, пить бросил. Вау! Да. Че, серьезно, что ли? Да, ребята, действительно бросил, видите, не дается. Вот, поэтому ссылка находится в описании, а в комментариях что находится закрепленное? А что у нас закрепленное? Комментарий. Твоя телега находится, в которой можно получить невероятный бонус, по-моему, 2024, как год. Да, 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 да. Спортивные события становятся намного интереснее, аналитика от Андрея, так сказать, поэтому обязательно заходите, подписывайтесь. Да, да, респект моим корешам Фари за то, что поддерживают каждый мой видеоролик. Вот, ребята, ссылочка в закрепленном комментарии. 50 пиков имеется, возможно, больше, я крафтил. Сидел, надеюсь, что-нибудь прикольное поймаем. Полетели. Первый пик. Давай за каждый волкаут 10 отжиманий. Каждый волкаут 10 отжиманий? Вот так вот. Ничего себе. Ну, давай попробуем. Ой. На вас, обидно. 85, да? Прикинь, да. С каждым годом сейчас все будут... О, вот волкаут. Что, 10 отжиманий? Погнал. Ну, бля, ну, ты же подожди, твоя же идея была. Давай. Ну, я не хочу отжиматься. Я тоже устал. Не хочу, у меня пресс болит. Я вчера такие вещи делал, страшно. Ты прессом отжимаешься? Ладно, давай 10 отжиманий. Нет, реально? Сейчас okay. Из Андрюхи в конце видеоролика просто качмена сделаем такого себе. Давайте без волкаутов, ребята. Да какого хрена, блядь? Почему давай. Мне сразу, блин, волкаут? Это тот самый момент, когда ты. Еще. Когда ты не хочешь увидеть волкауты. Окей, 5 пиков мы открываем. То есть, если мне сейчас еще упадет, то я 20 буду делать. Поехали. Ставь тот же, короче, кадр. Фуф, ребята, вот это было да. Потно, это было потно, ну, блин. Так, мы перезашли в пики, у нас снова 50 штук. Видимо, я тут нормально их накрафтил. Ты когда абонемент в спортзал, кстати, купишь? Ну, слушай, есть такая мыслишка, в последнее время я что-то форму подрастерял, поэтому скоро, ребята, буду действительно качменом, плюс я абонемент в спортзал. 50 тысяч за полгода, опа! Опа, ну-ка давай. Бля, отжимаешься как девочка. Так, едем дальше. Пока что мы не видели ни одного фьючерстара, прошу заметить. Прикинь, 4. Если бы мы 86 считали, то у тебя уже два типа было. Да, да, хорошо, что мы из 86 не считаем. Так, ну все, меня пронесло. Давай. О-о-о! Абердорф. Ну че, пиздуй. Как девочка отжиматься? Ну отжимайся как хочешь. Подписчики оценят потом. Ну ты стараешься, братан, ты очень стараешься. Ох. Ну мне кажется, хуйня какая-то, не, ребята? Осудите его в комментах, мне кажется, вообще не по-пацански это было. Так, мы перезаходим в пики. Еще снова 50, наверное, будет, да? 50. Эти пики не заканчиваются, братан, что делать? А можно как-то одну кнопку нажать, чтобы сразу все открылось? Бля, реально, Electronic Arts, прислушайтесь. Прикиньте, реально, вот как в драфте, ты можешь кнопку нажать, у тебя все позиции сразу откроются. Можно было бы так же нажать, и все пики так пам-пам-пам по очереди начали открываться. Так, у меня есть тактика одна. Открывать все быстро, прям, оп. Опа, здравствуйте. Вот это интересно. Первый фьючерстар, ребята, которого мы поймали, стоит он, конечно, практически ни хрена. Так, и что ты тогда говорил о Виньясу? Ребят, давайте не будем осуждать, а посмотрим, у кого лучше это получается. Ой, бля. Ну, слушай, это не так уж и просто даже так отжиматься. Пресс заболел. Я говорю ему, я вчера это спортом занимался, у меня пресс до сих пор болит. Бля, вот если бы геймпад был за 20 тысяч, бля, такого не было бы, блядь. Да, все, геймпад умер, ребята. Берем элитный геймпад за 25 тысяч. Ну, вот с ним-то нам точно повезет. А тут есть вентилятор встроенный?
Опа! Опа! Сразу два, это что, нет, 20? Нет, нет, это что, 20, да-да. Кимиха или это у тебя? Ой, даже не знаю, кто из них нужен. Оп, 1,88. Так, ну, слушай, можно эксперимента ради и поприседать? Чтобы у меня копилка трещала. Блядь, ты... Помнишь, как в далеком году? Да-да, ты мне уже показал, ты мне показал уже однажды копилку на Твиче, блядь. Немного посидел, подумал. Так, ну слушай, волкаутов у меня что-то нет, братан. И это хорошо, мне очень нравится. Оооо! Сука, вот надо было этой попки нахуй зайти ко мне. 20... Да что за говно, бля, почему? 20 переседаний, ты чё? У тебя такое лицо замученное. Бля, ну и играть в FIFA не так уж и просто, как ты видишь. В Питере есть одна команда, очень перспективная. А, как называется? Чисто Питер. Слышал когда-нибудь? Ну, где-то слыхал, да, а чё? Концепция чуть-чуть у нас, ну, под тебя может измениться. У нас же как было, только питерских берем. А каковы мои шансы попасть в основу? Ну, как у меня, ну, скорее всего, ноль. Но... Не, ну, тогда я согласен. Тренировочки — это плюс. Тело становится лучше, красивее. Ага. С мячом работаешь, соответственно, тоже лучше. Потому что тренировок больше. Угу. И зарплата, может быть. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая команда подошла бы Андрею. Так, друзья, собрали два каких-то грандиознейших пика. Какой ты хочешь, левый или правый себе забрать? А, давай правый. Да, но здесь отжиматься не будем, потому что здесь так все очевидно. Просто взрываем. Оп, что-то. Открываем. О, Ренард 89, красотка. Чувствую я Ятуре. А либо сказать, Жиноля. Да, по губе мне. 30 игроков, 81 выше, 10 гарантированно, 84 выше. Плюс этого пака в том, что он продаваем. То есть в теории, если мы сейчас что-нибудь крутое заловим. Давай, я твоим носом открою. То я буду счастлив. 315 тысяч. Вау. 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 Это же Пареха. Ну, за ним может быть Мбаппе, сам понимаешь. Это... Казимира отрастил прическу? Абердорф. Ну, продаваемый пак, ребята. Вот такие вот продаваемые ништяки. Так, два информа. Ну, какие-то бабки мы с этого полутаем, но... Сами понимаете, это не то, что ты ждешь. Так, ну и самый дорогой пак в магазине. 400 тысяч. 587 и выше. Как будто вы сплашечка хочется открыть. Так, ну давайте смотреть. Три дубликата всего лишь. Так, 87-й рейтинги пошли. А что ты приподними вот так вот чуть-чуть наверх. Не хочу. А что за рейтинги такие сумасшедшие? Подожди, ну там же будет еще другая страница. Нет, нет. Нет, не будет другой страницы! Все. Бля. Так, заскочила тут на другой аккаунт. Тут у меня 22 пика. Их откроем и какой-нибудь промо-пакетик сейчас тоже зацепим. Опа. Но мы не приседаем. Так, 87-й сон. Тоже забираем. Так, ну что, 22 пика вскрыли. Сон, Модрич и, собственно, Де Брюйне. Ну, довольно-таки неплохо. Так, на Next аккаунте тоже собрали 2 пика. Те левый, правый, как ты хочешь. Давай также правенький. Давай, открывай. Лови мне что-нибудь классное. Ого. Ого, Марта. Марта, почему ты назвал это имя? Давай, бери Марту. А вау, 100 тысяч. Сейчас стоит каких-то денег? Ну, Туре, Жиноля, вот сейчас открою, и мы узнаем, выпадет ли нам кто-нибудь из них. Да. Ну и говнище. Это видос как будет называться? Открыл 200 пак, вкрутил 300 пиков, сели на бутылку с Миллером, начали качаться, отжиматься. Ага, 55 тысяч пак. Чувствую. О, не зря чувствовал. Слушай, есть. Франция, ПЗ, это кто? Это тот же самый тип, который упал на том аккаунте. Либо двойной аккаунт. Волкаут, а, нет. Да, это тот же самый тип, видимо, он везде падает. 2000 поинтов на аккаунте, 2000 поинтов пак. Открываются на мужика. На мужика, давай, без плашек, носом опять. Реально? Давай. Оп. Все, ща будет, ребята, ща есть. Будет. Есть. А, это Райс, информ вообще. Ну и за ним... В потенциале может быть что-то интересное. Надеюсь. Это кто такой? Легенда? Это кто такой? Зир. Ого! Слушайте, удар 90 у этого парня. 91 дриблинг. Ну, скорость, конечно, не предел мечтаний. Но в целом... А, еще снова этот пришел. Но этот раз не продаваем. Ну, слушай, 200 тысяч стоит этот парниша. Может быть, даже поиграю за него. Получается, наверное, окуп 4 на 4. У него пауэршот имеется на втором этаже. Хорош. Так, ну что, друзья. Вот такой покупный получился. Так, стопы, не расходимся, ребят. В названии видеоролика вы же видели, что я поймал кумира
Фьючер Стар в основу. Я вас не обманул. Естественно, я его поймал, когда Генчик Миллер свалил, и карта там была очень даже ничего. Набор будущих звезд сверхновая. 50-83, 10-87. Звучит как что-то интересное. 3500 поинтов. Дайте кумира по-братски. О, это кумир. Англия. ЦЗ. Так, подождите. Или это не кумир? Я запутался. Так, это кумир? Ууу, ребята! Что я выловил? Что я выловил? Ничего себе! Показал бы я сейчас себя, но я голый сижу. Всем привет. Я даже вебку не стал включать, потому что я не ожидал такого снит. Явно стоит денег, я думаю. Так, 500 тысяч стоит эта женщина. Сказать честно, я думал, она поболее стоит. 4 на 4. По талантам жаль, что у нее стандарты отобрали. Я за обычную карточку много набегал. Но в любом случае, в ближайшие викинги я ее затестирую. Еще в дубликатах вот такие вот ребята выпали. Спасибо.